Продолжу выпуск происшествием из Усолья. Сегодня ночью там сгорел частный дом рядом с поворотом на Пыскар. Сообщение о пожаре поступило в половину первого ночи. Клубы черного дыма и яркие языки пламени видно было из девятиэтажек в микрорайоне Любимов. В результате пожара деревянный дом полностью сгорел. К моменту прибытия к месту вызова происходило открытое горение частного жилого дома размерами 3 на 4 метра. В результате пожара произошло обрушение кровли, стены дома выгорели изнутри и снаружи. Пострадавших и погибших нет. В ликвидации пожара участвовали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причины пожара выясняются. По словам местных жителей, возможно, хозяин даже не знает о случившемся, поскольку в доме никто не проживает.